Православные христиане отметили Рождество. Праздничные богослужения по традиции в ночь с 6 на 7 января прошли во всех храмах Самары и области, где праздник встречали больше 50 тысяч человек. Главное торжество состоялось в Покровском кафедральном соборе Самары. Там собрались сотни верующих. Литургию провел митрополит Самарский Сызранский Сергий. Пусть Бог мира, радости и нашей надежды обновит наше человеческое естество, и мы станем ближе к Богу и друг к другу. С праздником! Храни вас Господь!